Очередной транспортный коллапс. Омские коммунальщики опять оказались не готовы к ночному снегопаду. Как результат, пробки 8 баллов и многочисленные аварии. Парализованы оказались основные городские магистрали. Выпало 7 мм осадков. По данным мэрии, в минувшие сутки специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства города с дорог вывезли более 7 тысяч кубометров снега. Однако автомобилисты усилий дорожников не заметили и не оценили. Ползаем в большей степени. 20-30 километров в час. Ползаем, не ездим. Дороги, снег не чистят у нас. Ну, это же Омск у нас. Захудалый, плохой город. Спасибо нашему мэру. Спасибо. Все вот так. Центр города, ничего не убрано. Дорога отвратительная. Везде опасно. Сегодня родительское собрание навряд ли. Колоссальное затруднение. Город пересечь 1,5-2 часа занимает. В обычном режиме минут 25. Мы же в Сибири живем. Зима пошла неожиданно. Бывает. И без того сложную дорожную ситуацию сугубили аварии. Уже к полудню было зафиксировано более 40 ДТП. Основная причина столкновений — в такую погоду мячи едут слишком быстро и слишком близко друг к другу. К вечеру количество аварий увеличилось более чем в 2 раза. Сейчас зарегистрированных дорожных происшествий насчитывается около 100. И ситуация с движением на дорогах предсказуемо ухудшилась. В вечерний час пик пробки достигли 9 баллов. Особенно затруднено было движение на улицах Герцена, Фрунзе, Десятилетия Октября, Масленникова, проспекте Карла Маркса, улица Красный Путь, 22 и 24 Северных и многих других. Скорость движения на них составляла от 3 до 10 км в час. Сейчас дорожная ситуация оценивается в 5 баллов.